Эти озера называются мазутными и полностью соответствуют своему имени. Берег к берегу, как братья-близнецы, они находятся рядом друг с другом. На грязной красной воде толстая черная пленка, бочки, разрушенные мостки, а по берегам внушительные мусорные кучи. Полигон промышленных отходов в селе Падовка существует с 1942 года. В 2013-м был закрыт, исчерпал свои ресурсы. 4 мазутные озера каждой площадью в гектар остались. Выгребная яма переработанных нефтепродуктов загорелась около полудня. Огонь распространился на 400 квадратных метрах. Местные жители рассказывают, такое соседство опасно. Из года в год здесь регулярно происходят пожары. Один сильный был оттуда. Вот. Озера там есть, озера. То, что горело, да. Много машин было. Каждые 2 года вот так вот. А как вы думаете, почему такое происходит? А там много кто ходит, они же не охраняемые. Там и дети бегают, там и цыгане там есть. Малолетки бегают, поджигают. Вот. Дым здесь, говорят, стоял черный, страшный, и я не выходила на улицу. На место прибыли 28 сотрудников пожарно-спасательного подразделения по повышенному рангу опасности и 11 машин спецтехники. Тушили огонь несколько часов. Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 35 минут. Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на населенные пункты и строения допущено не было. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. А пока местным жителям остается только надеяться, что в ближайшее время их неприятное соседство закончится и озера будут рекультивированы. Елена Малютина, Константин Головин. События.